Пчелочки мои, всем привет! С вами, как всегда, я, мистер Сквирти. И вчера ко мне приходит котенок Лайк. В руках у него, в лапочках, да, черный пакет. Я смотрю и говорю, что это такое, что за черный пакет? Он садится и начинает есть. И так вкусно ест! Я говорю, котяра, ну дай мне попробовать, что там у тебя такое? Что ты там так хрустишь вкусно, что это такое? Он говорит, знаете что он мне сказал? Я вообще в шоке, он мне сказал. Я смотрю, пчелки твои с такой легкостью набрали 7000 лайков. А давай так, если ты наберешь на следующем видосе, то есть на этом видосе, он про этот видос говорит, если ты наберешь 8000 лайков, я дам тебе попробовать. Я говорю, ты что, угораешь что ли? Что, с ума сошел? Какие 8000 лайков? Я еле-еле 7000 набрал. Какие 8000 лайков? Ты о чем? Он говорит, а вот не дам попробовать. Очень новый вкусный корм. Новый ему привезли, представляете? Из Турции, говорит, привезли. Новый корм вкусный. Я сижу, слюни глотаю, хочу этот корм, ребята, поэтому тут решать вам, как бы, попробую я этот корм, не попробуйте, это же еда, ребята, это еда, это святое вообще. Новый корм. Решать, конечно, вам. Остальное дело за вами только. Он сказал, вот только, как только наберешь, я сразу прибегаю, в руках опять мешок и дам тебе попробовать. Сегодня мы с вами, дорогие мои пчелочки, и конкретно ты, дорогая моя пчела, трейдим неонового скиллерекса. Мы уже с вами находимся на трейдерском сервере и посмотрим, что же за него донатеры на прекрасном донатерском сервере будут предлагать. Поехали. Вот где-то там вон они находятся, там целая куча донатеров. Мне прям даже страшно представить, какие у них там питомчики, но я так мельком туда подбежал, посмотрел, что у них там есть. Я уже увидел там неонового жирафа, мега-неонового, черепаху мега-неонового. Еще смотрите, сколько здесь кого! Кто это? Тут мега-неоновая кенгуруха есть. То есть есть неоновый Фрост. Тут это просто бомбический сервер. Все, я стою посередине, и сейчас я достаю своего неоновага скеллерекса. Вот он, бау! И сажусь на него. Сажусь и начинаю смотреть, что за него могут... И у меня, конечно же, есть список. У меня, конечно же, есть список того, что я за него хочу. Я отойду даже специально вот сюда, чтобы они сами ко мне подтягивались. Они сейчас по-любому увидят. По-любому меня увидят и сами начнут подтягиваться. Итак, смотрим первый трейд. Предлагает мне Артур 137-24. Что же он мне сейчас может предложить? У меня есть уже список, я вам говорю, да, у меня есть уже список, я знаю, что я за него буду просить, пока что он что-то ничего не предлагает мне почему-то. Артур, в чем дела, Артур? Тинатижгер хочет мне что-то предложить за неонового скиллерекса, так, это смешно, это смешно, чё, до свидания, угораешься? Он не может определиться, чё ждать? Это неоновый скиллерекс, на секундочку, он пропадет после Хэллоуина, как Хэллоуин закончится, он пропадет. Ты мне предлагаешь мега-неоновую выдру и мега-неонового кота. Вы как думаете, соглашаться на это или нет? Кто на премьере? Скорее пишите, да или нет в чатик. Мне очень интересно, соглашаться на это или нет. Я даже не знаю, может быть, нажать на асепт? На асепт нажать мне нет? Или да? Или нет? Или да? Нет. Я что, сумасшедший? Нет. Смотрим следующий трейд. Что же мне сейчас могут предложить? Я сразу... мега-неоновая уни! Нормас вообще, но это не мега-неоновый бет, да? Согласитесь? Это хотя бы вот неоновый бет на неонового скиллерекса более-менее был бы, хотя неоновый бет дороже стоил бы абсолютно точно. Простая математика, вам объясняю. Нет, это маленький трейд, пока что не могу. Ну, если у кого-то мечта, это Evil Unicorn, я по-моему, бет, да, говорил? Evil Unicorn, мега-неоновый, тем более Evil Unicorn, можете соглашаться, я пока что не могу на это согласиться, это очень маленький трейд. Смотрим дальше. Нет. Короче, простая математика, да? Evil Unicorn это дешевле, чем Bet. А Bet стоил тоже... Блин, я, кстати, не помню, сколько стоил Bet на прошлом Хэллоуине, потому что меня не было на прошлом Хэллоуине. Сколько в конфетах стоил Bet на прошлом Хэллоуине? Напишите, пожалуйста, в комментариях. Я не помню, кто был на прошлом Хэллоуине. Обязательно напишите мне в комментариях. Нет, это был уже трейд такой, не хочу. Мы начинаем с вами писать в чат, конечно же. Трейдинг NFR Skellerex. Трейдинг NFR Skellerex. Вот, так, для затравочки вам скажу, да? Смотрите, в прошлом Хэллоуине, по-моему, Dash Shadow стоил 1000 робуксов. Этот питомец, обычный,
стоит 10 тысяч конфет. Умножаем 10 тысяч конфет на 5. Это получается 50 тысяч конфет. За 50 тысяч конфет мы отдаем с вами 3500 робоксов. То есть по всем вообще критериям Skiller X дешевле, чем Shadow. Дешевле, чем Shadow 100%. Так, мы продолжаем с вами спамить в чат, смотреть, что же нам могут предложить. Пока что трейдики очень маленькие. И самое-самое-самое время вам зачитать свой списочек, естественно, потому что я уверен, некоторые из вас будут делать неонового Skiller X, да, и вам интересно, на что бы я затрейдился, потому что, ну, я как специалист, как профессионал в этой теме, так назовем, да, я могу вам дать советик на данный момент, на что можно трейдиться. Когда уйдет у нас Хэллоуин 2020, это будет вообще дичка. Там, нет, до свидания, маленький трейд. Давайте немножечко поближе подойдем и начнем вот здесь писать. Возможно, меня кто-то не замечает, кто-то из серьезных ребят, из серьезных трейдеров меня не замечает. Списочек хотите, да? Списочек хотите? Хотите списочек? Ладненько, сейчас я вам зачитаю списочек. Я уже, конечно же, подготовил. Опять целый вечер сидел, готовил этот список. Итак, значит, записываем. Розовые блокноты взяли? Срочно! Розовые блокноты берем, кто не взял. Я чуть-чуть прям подожду, прям капельку. Обязательно, кто еще не взял подносы с едой, конечно же, бегите. Сейчас я буду зачитывать список. Берите розовые блокноты, кушайте, записывайте. Розовый блокнот только не запачкайте ни в коем случае, потому что там самая ценная информация. Там вся информация по трейдам на питомцев. Это самая важная информация в жизни. Вы думаете, математика или русский? Да нет, конечно. Самая важная информация — это трейды. За что, на что можно трейдить, ё-моё. Итак, да, дорогие мои господа и дамы, пчелочки. Очень маленький трейд, не могу на такое согласиться. Не-не-не-не-не, вообще не то. Так, я зачитываю список. Готовы? Я зачитываю список, дорогие мои. Во-первых, на что бы я хотел затрейдить NFR Skiller X? Во-первых, мега кенгуруха, да? Вот прям во-первых, мега кенгуруха. Ой, маленький трейд, не могу на такое согласиться. Товарищ мой, что-то мне хочется предложить. Давайте посмотрим. Мега кенгуру. Дальше. NFR Shadow. NFR Shadow, да, да. NFR Shadow. Вот такой я наглый. NFR Bad, это норм. Это норм, NFR Bad. NFR Frost Dragon? Нет, 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 нет. Я в свой список не выписывал это, к сожалению. Не хочу, нет. Хотя хороший трейд. В целом это хороший трейд. Тем более на данный момент, когда Хэллоуин у нас еще с вами не ушел. И можно накопить еще этих конфеточек, купить еще 4 Skiller X, накопить, купить или купить за робоксы и купить еще Skiller X. А NFR Frost вы уже не купите. Это огонь. Это очень хороший трейд в целом. Я бы согласился. Но, увы, наш товарищ отклонил, пока я базарил. Да я бы и не согласился, нет. Я хочу на что-то такое вот, что из моего списка. И последний питомец, на которого бы я согласился, это NFR Жираф. Вот эти вот несколько питомчиков. Напоминаю еще раз. NFR, точнее, Мега Кенгуру, NFR Shadow, NFR Bad, NFR Жираф. Вот на эти вот питомчики я бы согласился. На это я не хочу. О, NFR T-Rex даже есть. Но он даже не old пока что. Нет, маленький трейд. Не хочу на такое согласиться. На такое согласиться не готов. Смотрим следующий трейд. Итак, пишем, спамим в чат, конечно же, спамим в чат, смотрим, что сейчас еще могут предложить за NFR Skiller X. Ребятки, бессонные ночи, прокачки Skiller X, я думаю, заслуживают, конечно же, вашего пчелиного лайка. Обязательно ставьте лайк под видосиком, вам не сложно, мне очень приятно. Котенок Лаки, естественно, мне даст покушать своего нового корма из Турции, как он и говорил. Я надеюсь, он меня не обманет. Котенок Лайк, напиши, пожалуйста, под этим видео комментарий. Ты же меня не обманешь, ты дашь мне попробовать. Ты так вкусно им хрустел, я просто потом ночью не спал. Я просто, ну, естественно, я не спал, потому что я прокачивал питомчиков, и ночью не спал, потому что у меня просто флешбеки, как ты берешь и кушаешь, и хрустишь. У меня флешбеки сзади были. Так-то, ну, не мега кенгуруха, извините, пожалуйста, но неплохо, но я отклоню. Смотрим следующий трейд, что же еще могут мне предложить. Напоминаю вам, дорогие мои пчелочки, если вы хотите со мной поиграть, а играю я с вами достаточно часто, ну, сейчас вот последние 2 дня я с вами не играл, потому что я бесконечно прокачивал петов. О, ребята,
Ребята, я не знаю, ё-моё, я, наверное, соглашусь. Я, наверное, соглашусь, потому что это бомба, это пушка. Ребята, он сейчас поставит на галочку? Я, наверное, соглашусь, потому что это пушка. Это просто пушка. Он согласен, если он нажимает на галочку, я тоже нажимаю на галочку. Давай, нажимай на галочку, я моментально тоже поставлю галочку. Давай, Санпич, напоминаю вам, дорогие мои пчелки. Убрал! Почему? Почему ты убрал? Это был очень хороший трейд для меня. Напоминаю вам, дорогие пчелки, главное правило, первый нажимает наш оппонент. Первый всегда нажимает наш оппонент. НФР и Голд, до свидания, нет. Я на такое не соглашусь, до свиданицы. Итак, смотрим следующий трейд. Мне многие в комментариях, я читаю ваши комментарии, конечно же, мне многие писали в комментариях то, что, Сквирти, ты ошибаешься, нужно первому нажимать на галочку. Обращайте внимание обязательно на то, какого питомчика вам сюда кладут. Обязательно обращайте на это внимание. Есть куча скамеров, я не знаю, когда уже пофиксят, наконец-таки, Adopt Me, такой вид скамерства, нет, предлагают мало, смотрим следующий трейд. Когда вам ставят мегниона, потом быстренько убирают, пока вы ставите другого, да, какого-нибудь питомчика, быстренько убирают и ставят неонового. Многие не замечают и потом профукивают просто своих питомцев. Обязательно обращайте на это внимание, пчелочки мои, обязательно обращайте на это внимание. Трейдик очень маленький, не могу на такое согласиться, смотрим следующий трейд. Трейды летят просто как из пушки, просто как из Калашникова летят трейды, и я не остановлюсь пока что, пока мне не закончат что-либо предлагать. Я буду бесконечно разговаривать, и сколько бы вы мне не писали в комментариях, хватит базарить, хватит трындеть, ребятки, я не могу остановиться, не могу. Трейды такие напряженные, трейды бесконечно летят, и ну как я могу здесь остановиться? Как я здесь могу остановиться? Напоминаю еще раз список, на что я готов затрейдить своего НФР Скелерексика. Напоминаю, мега кенгуруха уже был сейчас трейд очень хороший, не знаю почему чувак не согласился. Я первый никогда не нажимаю на галочку, никогда не нажимаю на галочку. Возможно, конечно, из-за этого я профукиваю многие свои трейдики, да, но такой у меня принцип, просто вот принципиальный, я очень принципиальный чувак, вот принцип у меня такой. Не нажимаю первый на галочку и все, вам тоже советую, но вы можете решать как угодно. И, конечно же, дорогие мои пчелки, и конкретно ты, дорогая моя пчела, если ты не согласна с каким-нибудь из моих трейдиков божественных, да, пиши, конечно же, об этом в комментариях, я читаю все, и я делаю себе в голове заметочки, галочки, что вот здесь надо было затрейдиться все-таки. Пчела пишут правильные вещи, пчела молодец, пчела умная. Ну, естественно, у меня все пчелки крайне умные и крайне-крайне добрые. Я не устаю удивляться, какие добрые у меня комментарии всегда, у меня хейта почти нет. У меня хейт проявляется максимум там в 15 дизлайках на видосе, да, против под прошлым видосом 7000 лайков, понимаете? Спасибо вам огромное всем за поддержку. Так, продолжаем, да, списочек. Мега Кенгуру, НФР Шадоу, НФР Бэт и НФР Жираф. Это максимум, на что я сегодня соглашусь. Конечно же, если сегодня ни одного трейдика не будет, после Хэллоуина, примерно через полгодика, например, мы с вами опять затрейдим, а возможно, Скелерекс будет цениться примерно так же, как Шадоу, примерно так же. Вот такой метлик, кстати, у меня никогда не было. Метелочка очень хорошая, летающая, никогда у меня такой не было, я бы с радостью, конечно, ее потрейдил. Она, по-моему, еще с прошлого Хэллоуина гуляет по Adopt Me. Никогда у меня ее не было. Нет, я на такое не соглашусь, не могу, к сожалению, извините, пожалуйста. Продолжаем спамить, и, конечно же, сейчас воспользуемся нашей любимой стратегией. А какой? Какой, спросите вы меня? Спросите вы меня, первые зрители, которые только-только зашли на этот канал, и я вам расскажу, потому что постоянные зрители, постоянные мои пчелочки знают прекрасно все секретные схемы, которые мы пользуемся во время трейдов. Все секретные технологии, все секретные манипуляции, махинации, так назовем, да? Они уже, конечно же, известны из прошлых видосов, но для новых зрителей, которые еще ни разу не видели наших секретных технологий, сейчас вам с радостью, конечно же, покажу, как это выглядит. Мы с вами просто отходим в сторону. Обязательно отходим в сторону, потому что в каше, в куче вот у этой вот питомчиков нифига не видно вообще. Queen Zoha ничего мне не предлагает. Смотрим следующий трейд. Отходим. Сейчас у нас трейд пропадет, я надеюсь. И мы будем с вами, конечно же, во-первых, танцевать. Я не могу нажать на своего Скелерекса, потому что у нас висит с вами трейд.
к сожалению, нет, предлагают Фроста очень мало. Следующий трейд предлагаем, точнее, следующий трейд одобряем, смотрим, что нам сейчас могут предложить. Не могу нажать на своего прекрасного динозаврика, алло, почему не нажимается? Маленький трейд, не могу на такое согласиться. Вот пока что мы нажимаем с вами, во-первых, на трик и нажимаем на трик 2. Трик 2, он у нас рычит, мы становимся максимально заметными и, конечно же, мы нажимаем на чат и продолжаем трейдить, смотреть, что же нам сейчас еще могут предложить. Прекрасные трейдеры на трейдерских серверах предлагают пока что очень мало. Ни единственного питомца, только я такие формулировки могу выдать, нету из моего списка. Ни на что не могу здесь согласиться, к сожалению. Следующий трейд у нас просрачивается, а еще круче трик у него, ну, под номером 2. Под номером 2 у него прекрасный, под номером 1, точнее. Прекрасный трик, он начинает кружиться. Но, дорогие мои пчелки, я напоминаю вам, выбирайте трюки очень внимательно. Бывают такие трюки. Ой, ну пока что мало. Не могу на такое согласиться, очень мало, извините, пожалуйста, не могу. Просто не могу согласиться на такой трейд. Трюки вы выбирайте очень внимательно, потому что бывают такие трюки, когда по вам люди с телефона или с планшета просто не могут нажать, потому что вы очень быстро двигаетесь, и вам от этого не прилетают трейды. Вот в чем вся проблема. Итак, дорогие мои пчелки, что-то нам перестали сыпаться трейды. Почему? Почему? Я жду, дорогие мои друзья-донатеры. Скорее предлагайте мне что-нибудь интересненькое. Быстрее. Итак, FXNGA2806 хочет что-то мне предложить. Вы прекрасно знаете, что в своих трейдах я... О, нет, я хочу поиграть, извините, ребятки, я не могу такое пропустить, я параллельно буду играть, и, конечно же, так, мы сейчас уже будем засасывать в себя, я не могу засасывать, потому что у меня трейд висит, ладненько, будем дальше продолжать трейдиться. Я очень хотел поиграть, но, увы и ах, не получается, во время трейда нельзя играть, оказывается. Предлагают Shadow, не NFR, он сам даже отклонил, к сожалению, был NFR Frost, что неплохо, и в целом... Трейдик-то был неплохой, но он просто сам отклонил, он не согласился. Если бы он первый нажал на галочку, скорее всего, я бы согласился на такой трейд. Но увы, я бы согласился, но он сам отклонил. Ну что, дорогие мои пчелочки, я хочу сказать вам, обязательно нажимайте на эти видосики, они крайне интересные и познавательные. Там куча трейдов интересных. Просто я там также экспрессирую, также рассказываю вам, что на что можно трейдить. Конечно же, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, нажимайте на колокольчики, это крайне важно, чтобы не пропускать новые видосики. Нас скоро с вами 200к. Всем удачи, ребятки, и всем пока-пока!